Все, еще раз всем добрый день, добрый вечер, добрый день. Начнем сегодня с того вопроса, который мне задали на прошлом вебинаре, да, такой самый популярный был про дыхание. Ну и получится у нас в эту тему сразу два вопроса обсудить. Это дыхательная система и сердечно-сосудистая система. Просто одна без другой никак не может существовать. Конечно, они все системы в одно включены, но вот эти две системы гораздо ближе одна к другой, и поэтому более подробные и совместимы они, и более интересно их, так сказать, разбирать вместе. Вот. И, ну, начнем, да, чтобы долго не задерживать никого, чтобы у нас было все практично, все, что нужно нам. А вот первый слайд здесь показано на картинке, да, какие мышцы участвуют во вдохе, выдохе. Вот на этом участке, там, где грудная клетка. Вот. Сколько с вдохом к нам попадает кислорода через носовую полость, да, где воздух увлажняется, избавляется от бактерий, вирусов, там, да, и попадает через бронхи в легкие, по трахее. Все. Вообще давайте сначала разберемся, для чего нам нужен вообще дышать кислород, так называемый. Тем более, видите, его всего 21%, там еще помимо кислорода азот, еще какие-то там всякие газы, вот СО2, видите, даже немножко попадает. А если больше еще в каком-нибудь таком экологически неблагоприятном месте, в городе где-нибудь, да, там ближе к трассе какой-нибудь, там еще больше всяких неполезных веществ. Но нам-то нужен один только кислород. Для чего нам нужен кислород? Кислород нужен для того, чтобы мы с вами двигались элементарно. Элементарно, чтобы наши мышцы с вами сокращались. Это не только мышцы, которые сокращают там пальцы рук, ног, мышцы рук, ног, хрусталик, глаза, но и также поступает кислород, например, в нервные ткани. Просто везде есть такие органеллы в клетках, как митохондрии. Немножечко я сегодня там этими штуками, терминами немножко популяю, вот, митохондрии, в них окисляется кислород и дает энергию нашему организму для того, чтобы мы, ну, с вами жили. Не будет кислорода, не будет жизни. Не знаю, если попадем на другую планету, какой-нибудь другой газ будет поступать в митохондрии, будут также происходить какие-то процессы, будем пользоваться другим газом. Но вот пока у нас на планете Земля это кислород. Вот, он окисляется в митохондриях, дает нам энергию. Вот поэтому мы с вами живем. В зависимости от того, сколько кислорода и какие вещества, что переносит кислород, доставляет его в наши клетки, тоже очень важно. Вот. И где вообще, как он поступает? Вот, у нас есть с вами легкие, они вот здесь у нас расположены, просто я про второй слайд сейчас вам хочу показать. У нас есть два круга кровообращения. Вот здесь вот у нас показано на этом слайде легочный круг кровообращения. Ну, такая схема небольшая. Про большой я не буду рассказывать, круг кровообращения, там сказать, у нас не медицинская лекция, да, все-таки. Мы ближе, вот я все хочу привести к нам, нас с вами, физической нагрузки-то, гимнастики. Вот. И это просто такие основные параметры, которые надо знать, чтобы к ней прийти. Вот. Легочный круг кровообращения к нам в правое предсердие поступает венозная кровь, которая собирает ее со всего, так сказать, организма. Нижняя, там, с нижней части тела, ноги, брюшная полость, вот там есть полая вена, которая собирает все, что впиталось в желудочно-кишечном тракте. Вот. Проходит, ну, одна из них, это полая вена, по-моему, да, она портальная вена через печень проходит, туда приносит все эти продукты нужные, да, для нашего организма, но мы сейчас не про это, мы про кислород. Вот. Венозная кровь, почему она венозная? Это потому что она собирает отовсюду, со всех органов, мышцы — это тоже органы, продукты метаболизма, и в том числе углекислый газ. Его надо собрать, привести в сердце, правое предсердие, потом направить его в правый желудочек, который выбрасывает этот поток крови венозной в легкие. В легкие поступает венозная кровь посредством диффузии, физический процесс,
разности градиентов, да, вот когда углекислый газ выходит, а кислород, наоборот, проникает в легкие. Происходит обмен газов. Кислород поступает к нам, а углекислый газ выходит. Вот разница градиентов, поэтому обогащенный уже в капиллярах кислород, уже получается артериальная кровь. Она поступает в левое предсердие уже, и потом, перебираясь в левый желудочек, мощным ударом выбрасывается в аорту, и кровь пошла везде по сердцу. Уже артериальная кровь, обогащенная кислородом. Поступает, опять же, например, в мышцы, с помощью которых мы работаем. Там кислород пропадает, попадает в клетки, окисляется, окисляет продукты метаболизма. Это жиры и углеводы. Вот. Ну, в виде там глюкозы, в виде гликогена. Вот. Дает энергию, мы с вами живем, двигаемся, работаем. Вот. На самом деле механизм простой. Главное — легкие и сердце. Все зависит от чего? От объема легких, от работы сердца и еще от мышц, которые, так называемые дыхательные мышцы, которые позволяют расширяться грудной клетке и сужаться. Мышцы-помощники. Вот. Мы в конце посмотрим на эти мышцы, которые есть при как раз разговоре, при правильном дыхании. Вот. Поехали дальше. Сокращаются же. В мышцах там нас интересуют две органеллы, два элемента, которые нам нужны для работы. Первый — это миофибрилла. Тоже схема. Это вот просто взят рисунок из интернета. Я постарался самый оптимальный, понятный. Здесь, видите, мышца с сухожилиями. Из нее взят пучок мышечных волокон. Одно мышечное волокно взято, одна миофибрилла. Вот она в синей рамке. Там всякие саркомеры, А-диск. А-диск — это вот все ближе к физиологии. Там более схематично, как происходит сокращение мышечного волокна. Так вот, когда мы с вами, да, сгибаем руку, то сокращается у нас с вами эти вот миофибрилы. Тогда мы с вами работаем. Вот. Если у нас есть в руке какой-нибудь груз, то рука, в мышце миофибрил работает больше, этих волокон работает больше. Если в руке нет никакого груза, и нам просто надо что-то за ухом почесать, то включается 10% этих волокон мышечных. Вот в этом есть еще небольшая разница. Да? Есть простая гимнастика, которая не утруждает нас, да? Но провоцирует постоянному кровообращению. Да? И есть силовая гимнастика, например, пауэрлифтинг, бодибилдинг, да, еще что-нибудь. Когда мы стараемся как можно больше двигательных энергий включить, чтобы у нас мышц больше работала локон. Но это не суть. Мы потом про это поговорим. Задача какая? Нам понять, что сокращается. Это миофибрилла. Чтобы миофибрилла сокращалась, нам нужна вот такая штука. Митохондрия. Попадает туда кислород, попадает в эту митохондрию углеводы, ну, глюкоза в виде гликогена. Либо это капельки жира, которые находятся в мышцах, в мышечном волокне. В виде таких капелек маленьких они туда попадают, там окисляются. Есть такой цикл Крепса, цикл трикарбоновых кислот. Наверняка там в школе кто-то изучал, даже, по-моему, в начале в этих обычной школе есть, не в институтах. Вот. Цикл Крепса. После этого дается энергия на сокращение волокон. Неважно, мало вы сокращаетесь, много сокращаетесь, не ходите, ходите. Все равно вы даже здесь, ну, разговариваете языком, да, смотрите, взгляд направляете влево. Уже должна быть митохондрия, которая дает энергию. Вот без нее никак. Есть, конечно, еще другие способы добычи энергии. Есть так, анаэробный гликолиз. Но это в силовой работе. Такой очень мощной, быстрой. Мы его сейчас рассматривать не будем. Это потом, если желание, будет поподробнее про силовые направления. Мы это можем все рассказать. Наша задача сейчас вот именно дыхательной гимнастики. И такие же митохондрии, миофибрилы находятся в мышцах дыхательных, которые позволяют нам работать грудной клеткой, расширять ребра, сужать ребра. Та же диафрагма, которая там у нас сокращается, расслабляется, тоже там это находится. И вот теперь начинаем мы с вами вообще смысл. Вот что как пользоваться. Вот есть такая штука, как отдышка. Да? Пробежал вот молодой человек, устал, отдохнуть надо, отдышаться.
Что происходит в организме? У нас две картинки: молодой человек и женщина там пожилого возраста. Разница немножечко небольшая, на самом деле, как может показаться. Начинаем вот с чего. Молодой человек, от чего он может, у него начинаться одышка? Он вроде спортивный, занимается, бегает, да, у него должны быть и миофибрилы, и митохондрии. По сути, он должен бегать, ну, без напряга. Так вот, в организме в нашем находятся разные мышечные волокна. Есть медленные, есть быстрые. Вот в медленных мышечных волокнах, ну, это очень такая примитивная градация, митохондрий очень много. Практически возле каждого волокна есть митохондрии. А в быстрых мышечных волокнах митохондрий очень мало. Поэтому мы, ну, потому что мы ими не пользуемся, и они, в принципе, не нужны. Вот срок жизни у митохондрии, да, знаете сколько? 21 день. Вот это вот митохондрия, вообще ученые говорят, что это, как сказать, это бактерия, с которой мы научились жить, сотрудничать. Она живет, если мы ей даем питание, кислород и углеводы, либо жиры, да. Если мы не пользуемся ей, да, мы вот не занимаемся спортом, не бегаем, не прыгаем, лежим на диване и едим там попкорн, смотрим телек. Митохондрия проживет 21 день, скажет, да ну, и все, распадается, умирает, потому что она не ест, не питается, просто умирает. Миофибрилы остаются, но они работают немножко в другом режиме. Так вот, если молодой человек будет бежать со скоростью определенной, ну, допустим, там 8 км в час, на пульсе там 140-150 ударов в минуту, он может пробежать километр, 2-3, марафон. Марафон пробежит, встанет, чуть-чуть отдышится и может еще дальше бежать. Все зависит просто от мозоли на ногах, не по кроссовке, все. Дыхательная система справляется, мышцы справляются, митохондрии справляются. Вот. Но если он будет бежать со скоростью там, 20 км в час, спринт, то он не сможет пробежать марафон. Он остановится после вот 5 км, вот так вот встанет. Одной простой причине, потому что начинает подключать в работу быстрые мышечные волокна. А там митохондрий нету. Мышцы закисляются, наверняка слышали такое, да? Нам накапливается молочная кислота, да даже не в молочной кислоте, вопрос, а в ионах водорода. Элемент такой, который просто встает на мышцы сократительных единиц миофибрилы и не дает сокращаться, человек останавливается. Он подключает еще больше, больше волокон, чтобы двигаться дальше. Ему уже надо бежать, а его накапливается столько много, что он просто до отказа останавливается и все. У него настолько накапливается в крови углекислого газа, это второй продукт метаболизма, митохондрии. Митохондрия дает АТФ, энергия, а в другую сторону углекислый газ и воду. Углекислый газ накапливается, мы должны его выдохнуть. Выдохнуть углекислый газ, вдохнуть кислород. Мы на самом деле, вот эта одышка появляется, нам кислорода не хватает. У нас накапливаются избытки углекислого газа, его надо выдохнуть. Первое правило. При любой физической нагрузке поднимайтесь вы по лесенкам вверх. Или вам пришлось пробежаться за транспортом каким-то, да, автобусом, там, еще чем-то. Ну, ускориться, что-то сделать тяжелое, поднять какой-то там, не знаю, диван вы передвигаете в комнате. У вас одышка появилась. Так первое, не вздохнуть как можно глубже, а выдохнуть как можно глубже. Выдохнуть из себя все вот эти продукты метаболизма. Углекислый газ, полной грудью выдохнуть, избавиться от него. Когда у вас естественным вдохом поступит кислород, и вы становитесь нормально, все, у вас дышать нормально, пульс нормализуется, сердце нормализуется, все. Если не получается, то вот такая грустная ситуация может произойти. Свой рисунок, женщина. Она идет по дороге, да, вот, идет нормально, прошла там километр, два уже там гуляет. Чуть участила шаг, начинает тоже подключать мышечные волокна, новые, которые, ну, не подключал этого. Вот если обычный человек ходит со скоростью там 4 км в час, каждый день, ну там по 3-4 километра, грубо говоря, магазин, на работу, еще куда-нибудь, да,
Но вот он начинает ходить не 4 километра, а решил сегодня сделать такую прогулку в 10 километров. Вот у него 4 нормально работают, 5 начинает, единицы больше подключаются в работу. Он начинает уставать. А если он еще быстрее начинает идти, то еще больше двигательных единиц включается. А там митохондрий нет, потому что ими не пользовались в обычной жизни. Они там 21 день прожили, все. Начинают накапливаться продукты метаболизма, углекислый газ, ионы водорода. Они запускают, так сказать, бёрную систему в крови, давят на механорецепторы. Механорецепторы понимают, что не хватает кислорода, избытки углекислого газа. Надо же быстро это все поменять, выбросить углекислый газ, а загрузиться кислородом. А что делает это? Что меняет это? Сердце. Сердце начинает перекачивать кровь, избавляться от венозной крови, закачивать новую артериальную. Так вот, дыхание влияет на источник работы сердца, да, вот этот импульс, который дает сокращению мышечных. Так вот, получается, что у нас с вами проблема-то не в легких. Это не надо нам, там, допустим, легкие тренировать, да, у нас маленькие легкие. А нормальные легкие у всех природа дала запасом еще. Вот. А проблема-то в митохондриях, их не хватает, они не успевают обогащать вот эти все продукты метаболизма. То, что дыхание учащается, ничего страшного. Выдохнули и все. Проблема в том, то, что сердце учащает работу. Вот 140, там 150, ну, для среднего возраста, это нормально. А понимаете, начинает подниматься там до 170, 180, 190. Вот человек поднимается по лесенкам, второй, третий, четвертый, пятый этаж. Лифт не работает, он живет на 9 этаже. Что с ним будет 9 этаже? Он говорит: ой, я давно не занимался, у меня легкие слабые, сердце слабое. Глупости. Просто спортом надо было заниматься, все нормально было. Вторая проблема — сердце. Сердце начинает ускоряться. Потому что мышцы — это второе сердце. Если бы в мышцах были митохондрии, они бы окисляли вот эту молочную кислоту, она бы не влияла на наш организм сильно. У нас не было бы такой одышки мощной. Окислялся бы, вот как молодой человек, и все, и поднимался бы на 9 этаж, все нормально. А сердце, вы как родились, сердце работает. Оно остановится, когда вы умрете. Вот человек родился, у него сердце сокращается, да? Раз, два, раз, два, раз, два. Даже спите, оно сокращается. Если вы там бодрствуете, просто оно, начинаете бежать, просто оно чуть быстрее сокращается. Разницы нету, но она работает, сердце. Вот пальцы — это волокна сердца. Они работают, все или ничего, да, все или ничего. Все волокна работают. Если я мышцы, там бицепс сокращаю, да, то у меня может работать там 10% волокон, а сердце все работает. Это самая тренированная мышца. Если вам кто-нибудь где-нибудь скажет, что вам надо потренировать сердце, ну, как мягче сказать, просто улыбнитесь ему в лицо и все. Не надо ничего плохого говорить этому человеку. Сердце — самая тренированная мышца. Самая тренированная. Проблема лишь в том, если вы занимались в детстве профессиональным спортом. Если вы сгоняли там по 3, по 10 километров, да, и бежали, и чувствовали что-то там справа, слева, но маленькая девчонка и пацан, они не понимают, что это такое. Они несутся и несутся, хотя пульс уже на 200. А понимаете, что на пульсе 200 происходит? Вот у вас систола, диастола, систола, диастола. Пульс нормальный. Начинает сокращаться, все быстрее, быстрее, быстрее. Видите, не разгибается, не разжимается до конца сердечное волокно. Накапливается молочная кислота и там. Хотя все волокна, они оплетены митохондриями. Самая выносливая мышца — это сердце. Там митохондрий полным-полно. Но когда она не разгибается до конца, то происходит окклюзия, не поступает сюда кровь артериальная с кислородом. И получается, что не может вывести оттуда продукты метаболизма. И, грубо говоря, это волокно закисляется. Самое элементарное — закисляется, получается травма, микроинфаркт, маленького-маленького волокна, но микроинфаркт. Нельзя заниматься, долго находиться на пульсе, превышающем 190 ударов в минуту.
Это опасно для здоровья любого. Спортсмен, не спортсмен, любой человек. Поехали дальше. Как же там спортсмены работают? Да у них у всех сердца просто раскачаны. Они начинают вырабатывание. Они бегут на пульсе 150, часа 3-4. И сердце начинает растягиваться. Оно становится больше. У нормального человека оно где-то там 300 грамм. У спортсменов до 900 грамм доходит. 900, представляете, сердце перекачивает ли не 1 литр крови за один удар. Фух. Это самый мощный. Это называется гипертрофия сердца типа L. L типа удлинение самого волокна. Есть еще гипертрофия типа D. Тип D — это когда стенка увеличивается, да? Увеличивается количество волокон. Сердце было, оно становится не просто как большим объемным, оно становится толстым, как мышца, как у бодибилдера бицепс, да, вот такая мышца становится. А так сердце накачивается при интервальной работе. Вот вы ускорились, затормозили, ускорились, затормозили, чуть-чуть закислили сердце и дали ему поработать. Быстро закисли, дали ему поработать. И таким образом стенка мышцы, мышечная стенка у сердца, она увеличивается, просто становится толще. Это тип D. Ни то, ни другое не надо обычному человеку, на самом деле. Это надо спортсменам конкретно в разных видах спорта. Это профессиональная работа, это к здоровью не имеет никакого отношения. Так вот, продолжаем нашу тему. Вы получили, травму человек получил. Долго, например, не мог ходить. Или на операцию лег. Ложится на кровать, делает ему операцию, потом после реабилитационный период, и у него, значит, встает с кровати, начинает ходить, начинает задыхаться. О, что произошло? А просто пока человек лежал, те мышцы у него не работали, даже обычно для хождения. Они не работали. Митохондрии, которые там доживали свой срок, им как раз пришел этот срок, все, они ушли. И человек, он не может, у него одышка появляется. Но свойства митохондрий очень хорошие есть. Они появляются очень быстро, их можно тренировать. Тренировка митохондрий есть разными способами, очень много методик есть. Вот. Вообще мы как бы в перспективе предполагаем проводить разные уже семинары, да, по обучению. Обычно гимнастика, вообще работы ликбеза в области гимнастики. Там подробно это все можно рассказать, все методики, все, как это все делается. Вот. На самом деле все очень интересно, и обычному человеку это очень надо знать, очень полезно. Хорошо. Мы сейчас с вами просто должны понимать, что на работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы очень сильно влияют гимнастические упражнения. Любая гимнастика. Просто даже если будете заниматься, только-только начинайте чем угодно заниматься. Обычной там скандинавской ходьбой уже с палками по лесу. Все улучшается работа. И митохондрии, и миофибрил, и сердечно-сосудистая система. Возвращаемся к дыхательной системе, легкие. На самом деле мы с вами дышим неправильно. Большинство людей дышит неправильно. Ну, как неправильно? Поверхностное дыхание. Не полными легкими, не полными. Поэтому возникают разные проблемы. Вот. И с разными проблемами люди просто приходят там, к целителям, к различным, да, вот как улучшить там, я уже говорю про астму, бронхиальные, сердечные, там какие-то заболевания есть. Это, конечно, вещь такая серьезная, и там надо говорить, причем не конкретным там, с болезнью, да, скажем, конкретным человеком, определять его причины, проблемы с дыхательной системой, и там уже с ним работать. В этом направлении очень хорошо у нас продвинулись в Советском Союзе. Вот это Александра Стрельникова, да, все наверняка знают методику Стрельниковой. У нее лечились там Пугачёва, София Ротару, очень много, у нее Голубкина, по-моему, там очень много наших звезд. И оперных певцов, и просто певцов, и театральных артистов, да, для которых очень важен голос. Они занимались у нее.
Вот. Я сразу же еще покажу еще одного товарища, да. Бутейко Константин Павлович, тоже наверняка слышали методику. Его есть еще на самом деле. Это просто самые известные Стрельникова и Бутейко. Вот. Принцип-то у них все равно один и тот же практически. Просто есть еще несколько методик, там авторов, я еще не буду их называть, честно говоря, не помню. Просматривал. Не самый известный, вот здесь. А разные причины они объясняли. Вот. А принцип-то один. Парадоксальное дыхание. Делать вдох на задержке, на закрытии легких, чтобы легкие не раскрывались. Наоборот, их закрыть, делать вдох. Называется парадоксальное дыхание. Обычно дыхание, когда мы вдыхаем полной грудью, расширяем грудную клетку, выдыхаем полностью. А вот у Константина Павловича там объяснение такое, то что мы накапливаем очень много кислорода и избавляем углекислого газа. А вот углекислый газ, он как раз влияет на механорецепторы, которые контролируют в организме, дают сигнал для запуска иммунной системы. Ну, это как прививка получается, да? Если вы будете дышать поверхностно, с задержкой, да, чтобы насыщаться углекислым газом, то это как бы прививка для того, чтобы у вас развивались различные иммунные системы, которые потом позволяют избавиться от различных заболеваний. У него там были избавления от заболеваний, там астма, еще там чем-то. Вот. На самом деле, что происходит-то? Сердце. Если определить, ну, примерно, схематически, с левой стороны у нас сердце, да, чуть-чуть слева. Делим его на две части, левое и правое. Вот правая сторона сердца запускает справа желудочка кровь в легкие, легочный круг кровообращения, про который мы говорили. Так вот, есть проблема, что астма-то откуда может браться? Обычно сердечная астма. Гипертонус — это вот правая желудочка. Он очень много бросает крови в легочный круг кровообращения. И получается пропотевание плазмы крови в легкие. Те влияют на рецепторы, и человек начинает там кашлять, отхаркиваться там, вот этой слизью. И вот в этом проблема начинается. Вот. А когда у них даже там гимнастика была, при дыхании не специально, чуть ли не корсеты надевали на легкие, да, чтобы не увеличивать вот этот вот большой объем. Понимаете, если мы начинаем дышать глубже, выдыхаем больше, соответственно, начинает учащаться работа сердца. Да? Организм воспринимает информацию как нехватка кислорода или избыток углекислого газа. Начинает сердце запускать вот этот круг кровообращения. И получается, когда если человек дышит глубоко, то у него начинаются спазмы, начинается отхаркивание жидкости. Но это очень я грубо и примитивно, там очень подробно, это долгий очень разговор на самом деле. Очень просто. Просто при замыкании, закрывании легких выброс не такой большой венозной крови при обогащении и как бы нормализация давления. Есть такой автор Марк Джоланс, он описывает как раз методику Бутейко, но он как бы ее немножечко опровергает, что ли. Он пишет, что Бутейко очень раз, несколько раз пытался запатентовать, говорил, начинал объяснять, ученый совет говорит, нет, что-то не то, а по новой. Он снова, не с первого раза он защитил эту свою методику. В итоге там отопление там, углекислого газа, тоже тема не очень, на самом деле, понятна. Как бы вот, на сегодняшний день, говорят, кто разбирается очень сильно в этом, они понимают, что суть-то не в этом. Но он помогал. Главное, что он помогал больным, да, излечивал. Все, здесь вопрос такой. Но он как излечивал-то? Он просто учил человека находиться просто в этом, на этом уровне дыхания всю жизнь. Все. Человек не имел права дышать более глубоко. Если он будет глубоко дышать, у него начинается спазм. Если он будет дышать поверхностно,
то не будет, но они, по крайней мере, их будет меньше. И поэтому он, ну, грубо говоря, оздоравливается. Но как только, например, у сердечной астмы увеличивается физическая нагрузка, ему деваться некуда, накапливается углекислый газ, начинает учащаться работа сердца. У него в любом случае опять начинает повышаться выброс в легочный круг кровообращения крови. И у него опять проблема начинается. Ему надо просто каждый раз думать, как я дышу. Вот. На самом деле, по-моему, путь очень простой. Заниматься физкультурой, элементарной физкультурой. Потому что, когда увеличивается давление, оно должно, вот у правого желудочка увеличивается давление. Но в организме же все устроено гармонично, значит, с другой стороны должно снижаться давление. Правильно ведь? Чтобы, ну, кровь нормально проходила. А снижение давления идет за счет того, что сосуды в легких, они расширяются. Тем самым периферическое давление падает, нормализуется кровь, кровообращение в легочном круге кровообращения. Тем самым как бы идет нормальная диффузия, да, углекислый газ выходит, кислород приходит, все хорошо, все нормально. Но чтобы этого достигнуть, надо заниматься, надо тренироваться этой штукой. Поэтому я еще раз говорю, это с каждым конкретным человеком надо подбирать уровень интенсивности тренировок, уровень интенсивности занятий, уровень интенсивности дыхания. И сидеть все время за теми приступами, которые у него возникают. Это очень индивидуально. Не каждый знает. Я даже видел вот в московском клубе какое-то видео смотрел. Серьезный клуб такой, там, значит, ребята занимаются с газоанализатором, там измеряют уровень максимального потребления кислорода на анаэробном пороге, на аэробном пороге. Пульс где, на каком пороге повышается, понижается. Да? Потом рекомендуют какой-нибудь там... А сейчас у нас несколько упражнений по там, Стрельниковой. Дают роль, женщина дышит, все нормально. Но показатели потом не снимают никаких. Это все индивидуально. Надо с конкретным человеком. Вот понимаешь, помогает ему или нет. А там вот у Стрельниковой самое яркое упражнение, даже могу здесь показать. Там вот идет резкое обнимание себя, да, с двух сторон на вдохе через нос. Вот. Есть на НТВ видео там Щетинин, который сейчас продвигает методику Стрельникова, единственный, видимо, доктор, который имеет право говорить, что он занимается методикой Стрельниковой. Нигде больше школ никаких нет. Ни в Москве, там, ни в Санкт-Петербурге, ни в Екатеринбурге. То есть Щетинин, он говорит, что он только один, как бы, дает все правильно. Они там тоже занимаются с больными астмой, там еще различные, там, тоже оперные пациенты. Помогает, потому что при мощном вдохе идет мощное обогащение кислорода. А здесь-то видите парадокс в чем? Есть люди с разным артериальным давлением, повышенным, пониженным. У мужчин повышенное, у женщин пониженное. За счет количества эритроцитов в крови, главных переносчиков кислорода, ну, гемоглобина, соответственно, кислорода. Так вот, если мужчина будет много вдыхать кислорода, то у него больше будет кислорода в крови, кровь будет гуще, но это нормализация потом в будущем его давления и вообще состояния. У меня занимался молодой человек, причем 35, нереальное давление, там с Колтером ходил. Мы занимались с ним плечом, интервальной нагрузкой. Чуть-чуть поработали, отдохнули. Чуть поработали, отдохнули. За определенное время, недели через две приходит, говорит, у меня все нормализация давления, Колтер показывает, все хорошо. Добавили чуть-чуть митохондрий в мышцы, у него нормализация давления произошла. Все, что взаимосвязано. Легкие начали дышать нормально. Чтобы легкие полностью дышали, надо полностью выдыхать. Там чуть ли не с наклоном, чтобы со всей доли легких выбросить углекислый газ. Там застойные явления идут. Надо его прогнать. Мощный кислород. Везде. Хорошо, дальше поехали. Методика Цигун есть. Дыхание по цигуну, там тоже есть различные. Я вот читал, все связано с упражнениями. На самом деле там статодинамика сплошная, потому что идет медленное напряжение на один участок мышц, потом на другой. Везде это контроль, медленный вдох, медленный выдох. Совершенно противоположная методикам Бутейка и Стрельникова. Там естественный вдох за счет мышц, мышц шеи, мышц груди, мышц спины.
межреберных и потом на остальные мышцы, которые в акте участвуют. Просто человека дышать нормально, учитывая, что нет патологии. Вот на самом деле методика Бутейко и Стрельниковой, она для тех, у кого патология, у которых ненормально с дыханием. Астма, бронхиальная астма, еще там какие-то вот именно проблемы, может быть, даже больше сердечной системой, да, с сердцем непосредственно, с гипертонусом, там аорт, там еще что-нибудь. Там надо, но это я не врач. Вот, я когда смотрю, мне приносят на диагноз, я смотрю примерно, представляю, что надо делать, и начинаем с ним работать, причем постоянно опытным путем все достигаем. Нельзя назначать человеку, вот ты молодец, у тебя такое заболевание, делай то-то, 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 и все, привет. И что он там делает, как он делает, задохнулся, ты все, ответственность себя снял, ты ему написал. Нельзя так делать, это неправильно и опасно. Те, кто вам говорит, например, если вы там зашли в фитнес-клуб, говорит, вот мне покажи несколько упражнений дыхания. Он, да, делай вот так, вот так, вот так. Вопросов не задав никаких, там еще что-нибудь. Нельзя так делать. Нельзя. Надо с человеком разговаривать, общаться, пробовать, а потом что-нибудь рекомендовать. 2-3 занятия надо позаниматься, как минимум. Там обычно дыхание. Вдох, выдох. Все очень просто. Работа с диафрагмой. Работа с брюшиной, ну, когда диафрагма давит на брюшину, все там, все улучшается. Сразу помпаж крови, венозная кровь, помпаж внутренних органов, все сразу нормализация у человека во всем. Понимаете, и внутренних органов, органах малого таза, везде. И это, ну, тут как бы все очень просто. Йога. Я знаком с йогой, даже говорю, давай, там Анатолий у нас есть один, я говорю, Толь, я хочу йогой заняться. Всем занимался, уже вот дошло и до йоги, уже у меня желание. Он говорит, хорошо, я тебе напишу пару упражнений, пару там, упражнений 10 он мне, 15 написал, вот этим практикую йогу, значит, и в конце йоги полное дыхание, йоговское дыхание. Я говорю, что это такое? Ну вот, ну и рассказал то, что я вам сейчас расскажу в конце. Грудная клетка, брюшная полость, все. Вот, вот основное. А различные есть йоговские практики, когда там вдох там несколько раз одной ноздрёй, выдох через другую, да, потом еще что-то. Ну, это работа с системой дыхания находится, ну, в области, грубо говоря, да? Это с иммунной системой, которая нас защищает от вирусов, болезней, улучшение сосудов, капилляров, да, именно вот в этой области, чтобы нормально все функционировало, чтобы слизистая хорошо работала, чтобы иммунные клетки там находились, чтобы просто на преддверии, в организм уже в сам, да, они стояли на защите от вредных бактерий, от вирусов, там, от чего угодно, все, что может попасть, пыль какие-то, частицы, газы какие-то. Вот нейтрализация, она вся вот здесь проходит. Поэтому, конечно, если там делать вдох-выдох различные, там еще что-то, то да. И еще одна система. Например, вот, ну, обычно все наверняка проходили, слышали, вот жизненно идем с легких, там, вдох, вдох, и потом глубокий-глубокий выдох, спирометрия тебя замеряют и смотрят, какой у тебя там, мало, много, там, еще что-нибудь, кислород, там, легкие, плохие, хорошие. Вот вам методику расскажу, особенно это используют, как они, ныряльщики. Вот парциальные вдохи, вообще как бы не имеет отношения к правильному дыханию, просто если вы надолго хотите задержать дыхание, вы должны вдыхать парциально. Вдохнуть один раз мощно, набрать полную грудь воздуха и задержать дыхание, вернуть и проплыть какое-то определенное время. Вам кислород, который вы вдохнули, ну хватит на какое-то время обогатить мозг, чтобы он не умер, мышцы, да, чтобы они работали. Но этого недостаточно. Парциальные вдохи – это когда вы дополнительно еще делаете до вдохи через нос. Вот вы вдохнули, и потом еще несколько раз. Таким образом вы добиваете чуть-чуть. Вот. Ну, проводились исследования, показали, что там полтора раза увеличивается объем легких. Соответственно, хватит. Вот. Не у всех, конечно, получается, тренироваться надо. Ну вот пловцы, ныряльщики – вот, которые там в южных странах, которые там за кораллами там еще где-нибудь ныряют, вот используют такую технологию. Вот. Ну и непосредственно мы с вами подходим к правильному дыханию. Вот здесь у нас
определены мышцы вдоха и мышцы выдоха. Так вот, уважаемые мои друзья и товарищи, если вы хотите дышать правильно, равномерно и безболезненно для всего и в качестве профилактики для любых заболеваний, использовать вот эти мышцы, которые участвуют во вдохе, во вдохе их принимать часть, а при выдохе те, которые здесь на рисунке, которые участвуют в выдохе. Ну что у нас при вдохе участвует? Это, конечно, вот грудино-ключично-сосцевидная лестничная мышца, те мышцы, которые поднимают у нас ключицу, лопатку, вот сзади там еще лестничная, там еще есть не все мышцы на самом деле показаны, задняя зубчатая мышца. Они поднимают грудную клетку, позволяют ей расшириться. Наружные межреберные мышцы, которые отводят слегка в стороны ребра, расширяя объем для вдоха, да, чтобы легкие полностью наполнились кислородом. Диафрагма. Диафрагма, она наоборот. Вот здесь она расслаблена, она начинает сокращаться, напрягаться, она опускается вниз, тем самым на брюшную полость. И живот в этот момент может просто скручиваться, да? Потом вы, когда выдыхаете, диафрагма поднимается. Это я сейчас про естественный способ говорю. Вы выдыхаете, диафрагма поднимается вверх, да, ее подтягивают за счет отрицательного давления. Вы же выдыхаете, легкие сужаются, диафрагма поднимается, кровь венозная поднимается к сердцу, внутренние органы, да, расслабляются, в них тоже кровь нормально циркулирует. Внутренние межреберные мышцы возвращают ребра в исходную позицию. Наружная косая мышца живота опускает ребра вниз. Прямая мышца живота, вот эти кубики пресловутые, тоже опускает грудину вниз, тянет. Всю брюшная полость, она как бы была раздавлена диафрагмой, потом она вот так вытягивается вверх, да, у нас талия сужается. Это нормальное, естественное дыхание для человека, которое должно быть. Так вот, чтобы его правильно контролировать, тренировать, самый простой способ. Первое. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Не торопимся, не быстро, не, ну, нормальный режим. Вдыхаем сначала грудью, потом акцентируем внимание на живот, чтобы живот тоже выпячивался. Это полное дыхание. Потом опускаются, втягивается живот, опускается легкие. Все. Но таких вдохов-выдохов больше 5, ну, по моему, делать не надо. Потому что голова кружится, начинает там кислородное отравление получается, человек в эйфорию попадает. Вот. 5 раз сделали, отдохнули, потом еще 5 раз. И вот это дыхание постепенно приводить в нормальное, не глубокое. Вот вы вдохнули глубоко, грудью, животом выдохнули. Грудь, живот, живот, грудь. И постепенно, каждый раз вы просто амплитуду уменьшаете, и все. Просто не надо высоко грудь поднимать, просто она чуть-чуть поднимается, чуть-чуть живот выпячивается, чуть-чуть входит живот обратно, да, втягивается и опускается грудная клетка. Все. Это в зависимости от того, что вы делаете. Если у вас физическая работа, да, то, конечно, у вас будет амплитуда больше, экскурсия грудной клетки будет увеличиваться. Если вы спите, она минимальна. Но механизм один и тот же. Не поверхностное дыхание, а нормально. И это для нормальных людей. Я еще раз говорю. Ну, в смысле, для тех, у кого нет патологии с дыхательной системой. У кого есть какие-то проблемы, это надо индивидуально смотреть. Просто я вам рассказал информацию, которая есть, на которую надо внимание обратить. Вот. И про нее надо работать с ней. Вот. Ну и вообще, как бы, да, мы же с вами на вебинаре Power Matrix, сколько мне известно. Какие нам позволяют, вообще помогают продукты Power Matrix здесь работать? Конечно, Matrix Lore обязательно, да, это вот про что я говорил. Для сами вот дыхательных пути. Спрей, который позволяет улучшать работу именно вот этой системы, нормализовывать работу, вот эта связь. Ухо, да, ухо. Там горло, нос, да, там еще связь с глазом есть, слезенные железы там. Это все в одном, все контролируется в одном месте, это везде связь. Любые заболевания, они вот
начинается отсюда. Поэтому обязательно матрикс-лог. Матрикс кардин и матрикс коронар. Сердечно-сосудистая система. Сердце, соответственно, да? Нормализация работы сердца. Нормализация работы желудочков, предсердий, чтобы они хорошо работали, чтобы у них был естественный сигнал, естественный выброс. Причем сердце — это ведь непроизвольная мышца. Вот я захотел руку согнуть — согнул, захотел — расслабил. Сердце нельзя так управлять. Сердце работает помимо нашего на тех импульсах, а то мы так разозлились бы на себя, сердце остановились и все. Это механизм отключен у нас. Сердце работает помимо нашей воли. Хотя, если долго думать, да, люди портят свое сердце. Если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, подумайте, в голове творится, да, психосоматика какая может быть. Вот, обязательно, это, конечно, сосуды. Сосуды — это… Ладно, сердце хорошо работает, но сосуды, которые… Вот здесь еще не включил селен, селен тоже нужно, да, обязательно, что входил вот в этот комплекс, обязательно. Тоже для нормализации работы сосудов. Сосуды должны быть эластичные, крепкие, прочные, чтобы они вот имели свойство эластичности, да, растягиваться и сжиматься, чтобы они все время возвращались в исходную форму, чтобы они не оставались в растянутой позиции, да, чтобы они тонус всегда имели очень хороший. Но обязательно матрикс ангел, там я прочитал, там же детоксикация, одна из основных функций, да, препарата, вот, и, которая тоже ведет к нормальной работе крови. У крови должен быть pH, да, вот все наверняка знают, там кислотно-щелочной баланс. Он находится на уровне 7,4 или 7,2, что-то такое, да. Так вот, при максимальном закислении, это вот вы когда поднимаетесь по лесенкам, усталость, это есть закисление. Закисление продуктами, молочной кислотой крови. Максимальная интоксикация. Понижается pH очень сильно. Так вот, буквально падение у нормального, обычного человека там до 7, там, по-моему, вообще там какой-то небольшой промежуток приводит к смерти. Вообще вещь опасная очень, на самом деле. Нельзя вот заниматься в залах, да и ну, там прям уже дышать не могу, все там. Нельзя так заниматься, нельзя так интенсивности. Можно уничтожить сосуды, а потом и сердечно-сосудистую систему, потом и сердце. Просто убить все самого себя. Вот. Поэтому при нормальной работе при себе, ну не даже в каких-то там тренировочных системах, в обычной жизни. Потому что у нас в обычной жизни такая сильная, еще что-нибудь. Это вот в этом направлении. И матрикс пневмы, да, улучшение работы дыхательной системы обязательно для нормальной работы легких. Работы легких, чтобы нормально была диффузия, вот этот градиент держался кислорода и углекислого газа. Вот. Поэтому обязательно эти продукты. Ну, подробно, как их применять, это больше в компании, да, вот я как специалист больше в физкультуре, я обязательно эти препараты приобретаю. И обязательно, конечно, вот матрикс реликтум, не сказал, за счет насыщенности всех микроэлементов, которые там есть, я уж не буду сейчас их перечислять, не всегда это говорится, ну, это невероятная система поддержки вот моего состояния на сегодняшний день в тренировочном плане. Я им пользуюсь, очень хорошая вещь, прекрасно помогает при восстановлении после тренировок. У меня сейчас вот тяжелая неделя силовая, я обязательно его принимаю, я лучше сплю, лучше восстанавливаюсь, ну и в течение дня чувствую себя более комфортно, весело, уверенно, что ли, не знаю, меньше усталости. Причем такое не явное какое-то состояние, а вот такое аккуратное. Давайте мы будем заканчивать. Есть вопросы какие-нибудь? Напишите вопросы, буквально чуть-чуть отвечу. Подождем немножечко. Какой-нибудь вопрос про что-нибудь или все так подробно и понятно?
Еще хотел бы обратить внимание вообще на все продукты PAR Matrix. Я просто говорю, не включил очень много то, что связано. Так, хорошо, сейчас отвечу. Особенно те, которые затрагивают эндокринную систему для мужчин и для женщин. Эндокринная система опосредованно влияет на нас с вами и на дыхательную, на сердечно-сосудистую систему. Поэтому те препараты тоже можно либо по переменке, либо дозировать. Вот, говорят, что женщины... Так, давайте с первого. Какие оптимальные тренировки по утрам можно делать? По утрам можно делать любые тренировки, абсолютно любые. Лучше всего суставную гимнастику. Что такое суставная гимнастика? Вам надо за утро, буквально там минут за 5, задействовать все основные суставы, которые у вас есть. Шейный отдел, плечевые суставы, локтевой сустав, лучезапястный сустав, область талии, да, поясничный отдел, тазобедренный, коленный и голеностоп. Обычно, знаете, с наклоном очень медленно. В сторону, вперед, назад, повороты. Плечевой сустав, он тоже очень подвижный. Отведение, приведение, сгибание, разгибание, вращение. Локтевой сустав, просто сгибание, разгибание. Кисти, вращение, повороты. Влево-вправо, наклоны влево-вправо. Тазобедренный сустав – это подъем ноги, опускание, поворот, подъем с поворотом влево, с поворотом внутрь, ну, в смысле, поворот наружу, поворот внутрь – тоже очень подвижный сустав. Приседание. Приседание – вопрос спорный. Если болят колени, просто когда лежите еще на кровати, согните ноги в тазобедренном суставе и в коленном. Просто разгибайте ноги вверх в коленном суставе по 10 повторений. Всего можно делать по 10 повторений. Вверх разогнули, чтобы не было нагрузки вертикальной бедра на голень, да, бедренной кости на берцовую, больше берцовую кость. Все, но чтобы сустав сам работал. Ну и голеностоп просто покрутили стопой влево-вправо, все, встали бодрячком, пошли куда-нибудь на работу, что надо. Если больше времени, просто добавили чуть больше упражнений, больше времени добавили для тренировки. А говорят, что мужчины и женщины дышат грудью, а мужчины так, а мужчины животом. Да все по-разному дышат. На самом деле, вот из опыта, из моего, кто как. В основном большинство, кто не занимается, дышит поверхностно, а кто занимается, дышит глубоко. А животом дышат те, у которых слабые мышцы живота. Слабые. Либо они их специально ослабляют, либо у них они слабые по свойству такому. А иногда еще влияет от постуры, да, человека зависит от как он, ну, его форма держать туловище, да, в пространстве. За счет каких мышц сильнее? Либо за счет поясничного отдела, либо за счет мышц живота. Либо те мышцы слабые, либо эти. Слабые мышцы спины, сильные мышцы спины, слабые мышцы живота. Живот вытянут, все. Он дышит за счет мышц живота. Ему проще надавить диафрагмой на живот, живот вывалится, втягивается, вывалится. Грудь вообще не поднимается. Причем зависит еще от характера. Гипертимики, да, которые такие активные, у них грудное дыхание. Гипотимики, у них больше брюшное дыхание. Вот. Но это не говорит то, что это плохо или хорошо. Просто если, даже если вы дышите животом, да, диафрагмально, можно сказать, не означает, что вы продышали все легкие. Тоже можно дышать поверхностно. Это еще хуже даже. Вот. Поэтому в любом случае, что там, надо дышать. Ну, просто заставлять себя дышать иногда глубоко. Если защемило сердечный нерв, какие упражнения посоветуете? Сердечный нерв может защемить, ну, в основном проблема, если уж более конкретно, вы прямо знаете, что сердечный нерв — это шишевидная мышца. Вот ее надо растянуть. Самое простое, я даже упражнение не буду давать, возьмите теннисный мячик, положите его на пол, сядьте пупой, грубо говоря, на тот участок, где больнее всего, и просто помассируйте. Вот. Потом можете встать немножко, повращать ногой влево-вправо, вот. Ну как-то получше будет. По крайней мере, грушевидная мышца напряжена избыточно. На нее надавили, она чуть-чуть раз заболела и расслабилась, поплыла. Кровь пошла к ней, от нее продукты метаболизма, все, она начинает нормально работать. Все, вот, ну, самое простое, это опять же очень индивидуально. Вот, самое простое это вот мячик, либо какой-нибудь ролл на роли покататься, либо пальцем просто, либо вот этим участком
помассажировать то место, которое болит. Упражнений нет, понимаете, нету универсальных упражнений, которые раз сделал и все перестало болеть. Вы будете делать упражнения, но вы не будете контролировать мышцу, которая работает, да? Вы ничего не сделаете. Она либо еще больше заболит, либо вообще никогда не потом не расслабится. Надо смотреть с человеком его динамику, как он делает, поворачивает, растяжка, затяжка, там очень много всего. Какая нагрузка? Подавайте последний вопрос. Какая нагрузка на мышцы лучше для тренировки? Статическая нагрузка или нагрузка на мышцы с дополнительным грузом? Статическая, если мы в плане сердечно-сосудистой системы и дыхательной, статическая нагрузка не очень полезна. Вот. Ну, это вот, например, такая методика, как колонетик. Вот. Ну, колонетик там, в принципе, не очень сильный, потому что там собственным весом, там не сильная такая прям задержка, статик. Вот. А когда с весом еще статику делают, то есть там специальная, там, конечно, посложнее. Статика, она, понимаете, в чем дело? Человек при нагрузке интуитивно начинает задерживать дыхание. При задержке дыхания у вас увеличивается внутрибрюшное давление. Если у человека повышенное давление, представляете, еще внутрибрюшное увеличивается, да, нагрузка на мышцы. Где-то мышцы напряглись, не проникает, кровь не поступает, сердце не понимает, что происходит, не проталкивается, она увеличивает давление. Периферические сосуды, да, они тоже давление испытывают и ухудшает состояние. Нельзя так делать. При гипертонии статику нельзя делать. При гипотонии тоже не стоит. Лучше делать изотонические. Изотонические — это когда у вас между статикой и динамикой. Вот приседы в половину. Но в половину не то, что вы полностью выпрямили ноги и чуть-чуть согнули, а наоборот. Вот вы согнули ноги — это исходная позиция. Вниз присели и до полусогнутого. Вниз присели и до полусогнутого. Испытали мощную нагрузку в мышцах бедра. Все, отдыхаем. Потом, например, на руки то же самое. Вот лучше такую. Там, например, дополнительный груз — это зависит, вот как бы, ну, вещи немножко несравнимые, там, дополнительная нагрузка. Какая дополнительная? Большая, маленькая. Если вы железом занимаетесь, то там она тоже, это разные нагрузки. Обычно статическая или статодинамическая, она идет в основном для проработки вот медленных мышечных волокон. А если вы только берете уже груз, то у вас уже более силовая работа получается. Ладно, немножко уже задерживаемся. Большое всем спасибо за внимание. Очень приятно, что вроде даже больше людей сегодня нас слушали. Вот. Если у вас тоже будут какие-то вопросы, задавайте, может, там следующие вебинары, какую-то тему тоже нам разобрать надо будет. Какая более интересна, более подробно мы ее разберем, расскажу с удовольствием огромным. Большое спасибо за приятные слова. Все, я отключаюсь, передаю слово Олегу.